По данным Череповецкого лесхоза, на 12 сентября зарегистрировано 32 лесных и торфяных пожара. Последний пожар был зарегистрирован 9 сентября. Общая площадь возгораний лесов в Череповецком районе составляет с начала сезона чуть больше 20 гектар. Наблюдается положительная тенденция в этом году. За аналогичный период 2010 года у нас было 46 пожаров против 32 в этом году. И площадь возгорания была 47,7 га. За этот период, повторяю, 20,89 га. Общая площадь пожаров уменьшилась на более чем 26 га. Значит, последний пожар в прошлом году был зафиксирован 18 августа.